Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. Слушайте внимательно. Я раскрою вам тайну жизни. Готовы? Вся жизнь заключается в выборе. Простите. О, ты моя новая соседка? Ага. Я Трэвис. А ты чё такая злая? Ваш пёс обрюхатил мою собаку. Я готов нести ответственность. Я столько раз говорил с ним о предохранении. О, господи. Да шучу я, шучу. Привет, братец. Кто это? Соседка. Жутко меня достала. Ой-ой. Что? От автора дневника памяти и тихой гавани. Открывай! Там щенки! Щенки! Вот все и кончилось. И что мне теперь с вами делать? Спасибо, Трэвис. Надо же, первый раз назвала меня по имени. Мне нравится. Трэвис, это Райан Маккарти, мой парень. Привет, привет. Не делай из мухи слона. Я тебя знаю, мой брат не любит, когда что-то достается легко. Раскрой секрет, ты моим друзьям нравишься больше, чем я. Да, этого я и боялась. Ты вляпался гораздо сильнее, чем я думала. Ты мне даже заигрывать не даешь. Иначе ты бы расхотел заигрывать. Что ты делаешь? Медленно иду к тебе. Почему? Если побегу, ты испугаешься. Почему? Ты меня достаешь. Смотрите в феврале. Гэби, привет! Привет. Ты ему скажешь? Мы не обсуждали, что это было. Все так быстро случилось, мы увлеклись. Я люблю тебя. А я тебя нет. Да брось, еще как любишь. Мам! Причем с самого первого взгляда. Ты на чьей стороне? Трэвис, забудь о гордости. Любой женщине хочется, чтобы мужчина сражался за нее. Где Габи? Уехала. Куда? Уехала из-за тебя. Так я и говорил, каждый шаг ведет к очередному выбору. Вернись ко мне, милая. Доставай меня дальше. Выбор может изменить все. Я должен был быть рядом. Ты не виноват, Трэвис. Каждая минута жизни зависит от выбора. Габи! Выбор. Скоро в кинотеатрах.